куда мы? Да вот, девочки, вспомнил, что ты раз обещал же куда-то приехать. Вот, наконец-то улица, ребят. Наконец-то улица, ребят. Да? Да, вы всю херню страдаете, да? Конечно, мы страдаем. А кто это? Ты знаешь, да? Когда-нибудь увидишь. Увидишь. Почему я не фирмой? Ты знаешь, да? Я видел где-то, но я не помню, сейчас он меня не шел. Можешь камеру вырубить, можем поговорить эту тему. Чего с камерой? Я же с камерой только разговариваю. Ну, меня же ты уже не можешь снимать, я же не в форме. Ну, да отойди. Так а кто? А кто это? Я не помню, реально не помню. Ты помнишь, хочешь? На Каптиве когда-то ехал. В сторону Академы? Да, на Каптиве. На автобусной полосе. Я ехал на Каптиве. На Каптиве не было. Да, когда не ездишь. Как фамилия? Ну скажи фамилию. А что я должен фамилию говорить? Ну я просто прошу, я говорю, вспомни. Я не могу вспомнить. Ну по фамилии я вспомню. Да? Ну ставить раз. Да. А на зрение первого, да? Ну так, да. Как что за руль садишься? А что такое? Не имею права или что? На основании... Я дождусь вас, не поверь. Слушай, ты же угрожаешь или что? Нет, не угрожаю. Да не надо. Серьезно, я просто сейчас выдохну. Да давай, иди. Да иди. Как мне его понимать? Ну так я же говорю. Херасев, а кто? Я не помню реально. Помнишь? Там вообще, там типа 12 Так скажи, кого? Ну я понял, кого по фамилии. Со с Богданом, со с тобой он был, да, если я говорю про Каптиву? Вот одна идет. Не знаю. Вот примычка, вот идет. Зачем вам документы? Что? Зачем вам документы? А наши вам документы, паспорта и в Украине. Ну зачем вам документы? Засвечиваете, что транспортные засвечиваете. И снимать будете. Можно я покажу удостоверение? Не имею зачем. А чего? Потому что там машина сейчас едет. Ну вы не трогайте, пожалуйста. Можете отойти? Можете два места трогать. А чего? Зачем? Отойдите. Ну так я в данный момент говорю, зайдите на подведение. Можете отойти? Не имеет зачем. Журналист. Ну его не забороняют. Снимайте через два метра. Я на два метра, я прошу. Ну это неудобно здесь. Я здесь ракурс. Как вы относитесь к этому? Хотите сесть? Мне слышно будет. Ну как я буду слышать? Как я буду сесть в машину? Как я буду слышать? Я прошу прощения, вы знаете этого молодого человека? Посадите его к себе в машину или пусть отойдет, попросите. Добрый, то не видите, пожалуйста. Смотрите, я... Вот вы транспорт из Азии, темчасово затримали. Вы разумеете, что не будет чутно? Транспорт из Азии, темчасово затримали. Я разумею. Вы разумеете, что я не буду? Можете сказать, как вас зовут? Да, будь ласка, можете подивитись. Руслан Александрович, добре, видите? Снимайте. Ну, дивіться, ви казали мені, ну не трогайте мене, будь ласка. Так відійдіть, будь ласка. Давайте я вам, ви мені об'яснили, давайте я вам об'ясню, можна? Це одно. От послухайте, ви кажете, по-людськи, коли ви підійшли, послухайте. Я зараз по такті. Ні, я зараз по такті. Вас дуже багато. Вас дуже багато. Я не знаю, що знаходиться. Я дивіться, дві руки в мене зайняті. Я не знаю, що знаходиться у вас. Слухайте, можете мене обшукати. Я не обшукати. Я журналіст, що в мене може? Поверхнево можете. Дивіться, поверхнево. Я вам розрішаю. Я прошу. На підставі чого? На підставі того, а ми вам скажемо, чого ви зробили правопорушення. Нас це все засвідчить. Не маєте ніякого відео. Якщо ви хочете знімати, якщо ви хочете знімати це, будь ласка, йдіть на... Чому? Я правомірно, я неправомірно вас не зупинив. Так само я вас доганяв. Ви хочете сказати, що я вас доганяв неправомірно? Якщо ви хочете знімати, можете знімати. Це ваша думка, суб'єктивна, як ви кажете. А мене на візу зараз. Я вам розрішаю, смотрите, дві руки зайняті. Все у мене, ну. Не могу, не имею. Вот послушайте, вы говорили, подождите, вот слушайте, вы подошли, вы мне говорите. Камера не в ту сторону направила, надо еще. На улице, слушай. В ту сторону камера направила. Все хорошо, не переживайте. Это был зупиненный спив, как бы, спив, сотрудником, как? Співробітником. Співробітником поліції. Ще є дуже багато. Та їдь, блін, що ти пристав там? Чорномординко Андрієм Дмитрійовичем. Нагрудний знак номер. Ми ж серйозно отойдем? Что ты хочешь? Пообщаемся. Камеру да говори, что ты. Здесь ты был, да, на этом видео? Что за херня у вас в голове? В
Что ты имеешь в виду? Какого хера вы меня снимаете? А что, я не имею права снимать? У меня нет. Чего? Чего? В форме или чтобы служишь? Ты лезешь в мою личную персону. Куда я влез? Что ты рассказываешь? Глаза смотри. Что делать? 3-0. Глаза можешь смотреть. На, посмотри. Имею право снимать или нет? Меня точно нет. Да ты что? Ну. Чем запрещено? Ой, слушай, давай это мне свои корочки. Ну так а что ты хочешь? Не тыкай. Ну так что ты хочешь? Ну. Хорошо? Ну так отойди, смотри, ты подошел на камеру, говоришь, я тебя снимаю. Ну отойди. Машину мою не снимай. Ну вы лишний ноль поставили. Что мне запрещает? Не могу понять. Я тебе запрещаю. Ну и что ж ты, ты запрещаешь? Я не могу понять. А, вы тоже снимаете, да? Кто? Красавчик. Ну, красавчик. Ты клоуном выглядишь, я дебил. Серьезно? Серьезно. Как мы еще встретимся? Да давай едь. Давай. Да, серьезно. А что ж ты сделать хотел? Что? Что ты сделать хотел? Тебе конкретно? Ну да, ну ты говори, я здесь скажу. Не могу. На камеру, видишь. Да? Можешь потом доказательство. Да ты что? Да едь, клоун. Да понятно, ты не можешь. А что ты хочешь? Ты скажи, что ты хочешь сделать. Может, лично хочу с тобой пообщаться. Так что лично? Ну говори, ну что ты переживаешь? Инкриминировал. Что ты хочешь? Я не могу понять. Ты что-то прыгнул, потом убежал, потом опять прибежал. Начебто. Да ты реально клоуном были. Ты прибежал, попрыгал назад. Начебто. Да давай ты лиди, вот уже. Якесь правопорушення. Что надо, блин. Усвідомлюючи свою високу відповідальність.